только покинул родную станцию. В первый раз с далекого детства. Мне было неловко, что я не сказал отчиму всей правды. Я не собирался возвращаться домой с Рижской, но я не мог подвести Хантера. Всем привет, с вами Виктор, и мы продолжаем играть в игру «Метро 2033 Redux». Ну что ж, мы выехали с ВДНХ и направляемся к Рижской. Ну что ж, давайте продолжим. Пошли. Ну, мы выехали с ВДНХ, и мы направляемся к Рижской. Я тут челночу помаленьку, туда-сюда, покупаю товар. Метро, чё наверное, повидал, а? Давай, давай, двигай. Ну да. Ближайший базар на следующей станции за Рижской. Там уже большое метро начинается. Я раньше частенько в поле съездил, но теперь туда так просто не попадешь. Нужно или везение, или паспорт гражданина Ганзы. А чё так? Ну, Ганза ведь все метро соединяет своим кольцом. И станций у нее куча, но чужаков там не любят. А если через Ганзу ты не можешь пройти, потому что гражданством не вышел, тогда тебе дорога лежит через красных фашистов или через простых бандитов. А эти ребята в последнее время совсем озверели. Если никого рядом нет, друг другу глотки режут. Что случилось, Петь? У Алексеевской застрял военный караван. Какое-то обрушение туннеля или что-то в этом роде. Так что вам придется ехать по служебному туннелю в обход Алексеевской. Вот дерьмо. Ненавижу этот тоннель. Ладно, Петр, открывай ворота. Не торчать же здесь пожизненно. А, блин, а... Что там такого в этом туннеле? Ну, это вроде как обычный тоннель с виду. Темноватый только. Я в прошлом месяце шел им. И не понравилось мне. Совсем. А в книге мы ехали по основному туннелю. На служебный мы даже не заезжали. Поосторожней там. Ничего, мы на дрезине, вооружены. Все будет хорошо. А, надеюсь. Так, пересреди. Проклятие, голова просто раскалывается. Если поможете качать, доберемся быстрее. Я сейчас каким-то образом стреляю. Нам этот тоннель поскорее бы проскочить. Так, Артем, нормально. Прикрывай тыл. Есть. Домчим нас до Рижской в 3 секунды. Нам убираться отсюда надо. Давайте побыстрее, а? Мне тут чё страшно с ними. Этот был... Страшно? Тень какая-то. И жалко их очень. С кем это? Ой-ой-ой. Ты что, не слышишь, как они плачут? Ты про кого говоришь? Какие они? Да что тут творится такое, а, Борис? Борис! Что происходит? Со мной? Что? Что со мной? Что происходит? Артём! Сюда! Если мы хотим выжить, мы должны уничтожить эту угрозу. Что происходит-то? Любой ценой. А. В книге такое было. Звук из трубы, как кто-то ушёл, да? Всё. Ой-ой. Здрасте. Привет. Не надо мне трогать. Не надо. Уйди, уйди. Спасибо, уходи, уходи. Ой, блин. В книге то же самое было. Блин. Что? Что происходит, а? Чё, заснули мы немного. Чёрт.
вставайте! Просыпайтесь, ради бога! Борис! Ой-ой, за нами что-то бегает. Бесполезно. Боже, стреляй! Стреляй по ним! Я на рычагах! Очнитесь! Или вы все сдохнете? Ой! Умри нахрен! Патроны! Блин, патроны! Ой-ой! Не надо! Возьми мой дробовик! Блин, патроны что-то резко закончились. На тебе! Блин, какая хорошая штуковина. Дробовик. Помоги мне! Тварь! Качай нахрен, качай быстрей! Дробовик хороший! Артём! Патроны, береги! Я стреляю, не каждым выстрелом убираю. Давай, быстрей! Мы почти у блокпоста. А, блин, сколько их тут? Что тут такое произошло? Ой! Котёныш! Уйди, пожалуйста. Ой-ой. Вообще фономат пробежали тут. Стоп, подождите меня. Да постойте меня забыли. Он жив! Быстрее сюда! Только не огнемет, прошу! Дайте ему шанс! Да, здесь. Пожиняй! Ох, японо-мать, это было потно. Упыри на нас тут. Горячая ночка, а? Пропустить по стаканчику не помешает, я думаю. В книге такого не было. В книге такого нахрен вообще не было. На моем пути Рижская была только первой остановкой. Но дальше я должен был идти один. Перед тем, как расстаться, мы выпили за то, что остались в живых. Говорят, всё, водка делает храбрее. Но мне было все так же страшно. Зато я нашел нового попутчика. Поначалу он мне очень не понравился. В теории сейчас мы должны познакомиться с Бурбоном. В теории. А Алексеевску мы не заезжали. А в книге заезжали. Но это не самая богатая станция была. Ладно, пошли дальше. Бурбон нас должен на проспект Мира вроде провести. На рынок. Все, поехали. Глава 2. Ну что, выпьем? Ладно, мужики. Давайте выпьем за нашего Артема, которому ни чудище, ни аномалии ни почем. За Артема! Ну за кого напить-то? За тебя только. Давай. Выпьем. Черт, если бы не ты, пацан, от нас бы мокрого пятна не осталось. Тебе впору медаль дать. Медали нет, но есть патроны. Держи. О, спасибочки. За тебя, Артём. Давай, Тёмка, за тебя. Спасибо за патроны, дедуля. Блин, ты чё, правда непробиваемый для аномалий? Посмотрим, непробиваемый ли он для водяры. О, точно! Надо проверить. За удачу и будете за Артём. У нас на Колыме, за тебя, Артём. Спиртяжка что надо. Ух. Так что там с вами произошло? Тоннели до проспекта Мира закрыты. Значит, на базар мне не попасть. Такая скука торчать на этих трущобах на Рижской.
Короче, вроде патронов достаточно. Прошли сквозь невидимую волну. И отрубились, понятно? Спасибо, братан. В тот самый момент, когда на нас бросилась целая орда носачей. Это Артем нас спас. Все выдержал, остался на ногах. Видно, этот тоннель на него не подействовал. Так что он отстреливался, дрался как лев. Черт, не знаю даже, как мы добрались сюда. Ага, я тоже. Так, давайте возьмем шкуру. За Артема. Да-да, за Артема, за Артема, за меня. Ау. Так, дневник. Рижская. Заметка 1. Читаем на паузе. Да, хороший такой ресторанчик. Ну, бар точнее. По меркам метро. О, еще патроны. Давайте, нам патроны понадобятся. Как можно больше. Нужно. За тебя, Артем. А, давайте, пейте там. Я пойду. О, Леонида. Вы грубые солдафоны. Как смеете вы препятствовать мне? Я имею полное право свободно передвигаться в метро. И пусть я погибну, зато я сам сделал этот выбор. А? Что ты сейчас сказал? Так, когда что, начальник станции, да? Рижской. Ну да. Пипец, какая у него хорошая, большая библиотека. Занят он. Позже приходи. В метро у кого больше книг, тот богаче. Так, ух ты, а тут много походить можно. Так, что у нас тут? Там у нас уже туннель идет. А это у нас оружейные. Здравствуйте, мужики. Че, можешь жить очень? Нужны патроны? Тебе ко мне. Спецпредложения, скидки, так. Лучшие пушки от лучших мастеров. Есть патроны для дробаша, для пистоля, для автомата. Ну, у нас его сейчас нету. Так, возьми вот такие вот патроны. Так, все, думаю, вот так вот должно хватить. И партия вот таких. 12, 18, 24. Все. Патроны у нас хватает. Хорошая сделка. Ага, вообще отличная. Так, а тут еще можно что-то купить. А все же. Хм. Ну как хочешь. Можно гранаты купить, ножи, аптечки, противогазы, привет. Фильтры. Ну ладно, я пойду. Пойду-ка я. Что здесь? А тут у нас тир. Не, патроны тратить так просто нам нельзя. Патроны нам пригодятся как-нибудь. Так, включим. Книга есть. Ковер. Кошмак чей-то. Так, ладно. Ничего полезного тут вроде нет. Блин, просто прикольно тут вообще просто осматривать все. Давайте на станцию выйдем. Самую на посадочную станцию. Здравствуйте. Да? Туда нам не дают пройти, да? Что ты? Это, как я понимаю, и есть наш самая дрезина, да? Так, на которую мы приехали. О, еще один журнальчик. Так, заметка 2, Рижская. У нас на ВДНХ ее жители всегда считали неудачниками. Короче, читаем на паузе. На паузе читаем. Что у вас тут происходит? А, блин, тут много дрезин стоит.
там у нас, как я понял, проспект Мира, да? Вон там. Так, ладно, давайте сами разбирайтесь, я пошел. Так, мы находимся на на Рижской, вот она. Дальше проспект Мира. Полис, это 4 станции вот здесь вот. Библиотека имени Ленина, Арбатская, Боровицкая и что-то еще. Так, ладно. В теории мы сейчас с Бурбоном должны пройти проспект Мира и пойти к Сухаревской. В теории. И там до Китай города. Ну, это по книге, если что. Я книгу читал полностью. Прочитал. Крутяк! Вы правда прямо на дрезине сюда приехали? Ну да. Вау! Я бы тоже хотел на ней покататься. Отдайте один патрончик, а? Эй, малыш, иди глянь у своих родителей. Похоже, мне пора. Запахло поркой. Ага, ага. Патроны глянчить. Так, ладно, пойдемте сюда вот. Ты Артём? Да. Тебя тут ищет один человек. Вот там, в проулке. Если дашь мне пульку, я тебя к нему отведу. Ладно, держи. Спасибо. Пошли со мной. Пошли, пошли. Я тут пока посмотрю что-нибудь. Ферма. Эй, чего отстаешь? Там у нас свиней разводят, да? Нет, серьезно. Мясо выводят. Догоняй! Да иди подожди ты. Дорогой. Я пока да посмотрю, может, что-нибудь интересное найду. Ты где там? Так, что у нас тут? Эй, чего отстаешь? Так, тут тупик. Тут вообще. Догоняй! Да иду я, иду. Не торопи меня. Ты где там? Да здесь я, здесь. Пошли. Вроде пока ничего интересного не нашли. Господи Иисусе! Эй, чего отстаешь? Ну на. Спасибо. Блин, мы постоянно занимаемся какой-то благотворительностью. Патрон там, патрон там. Так, это что у нас тут такое? Ты где? Туалет, что ли? Да, вроде он. Эй, чего отстаешь? Да подожди ты, я просто осматриваюсь. Просто интересно тут, что и как находится. Догоняй! Так, что у нас тут? Тут у нас склад чая находится, да? Ты где там? О, свет! Не, показалось просто. Я что-то сломал. Эй, чего отстаешь? Света вообще не будет. Так, а там у нас что? Догоняй! Жилые комнаты, да? Ты где там? Да иду я, иду. Подожди-ка. Жди. Вон он сидит. Ну ладно, мне пора. Пока. А, пока, пока. А, подожди-ка. Ты Артём, да? Садись. Ага. Сейчас осмотрю только. Может, что-нибудь полезное найду. Вот патроны, например, нашел. А вот еще журнал. Заметка 3. Читаем на паузе.
Да, блин, убери. Подойди-ка. Ты Артём, да? Садись. Ну, я Артём, а ты, как я понимаю, из книги Бурбон. Меня тут все Бурбоном зовут, и ты можешь звать. Слушай, пацанчик, у меня дельце есть на Сухаревской, а эта грёбаная станция закрыта. Но меня так просто не закрыть, много кто пытался. Короче, тут есть один проход, местные боятся его использовать, называют проклятым. Но я слышал, что вся эта муть в туннелях на тебя не действует, да? Да, ну, значит, да. Тебе и проклятый ход нипочем. Короче, помоги мне добраться до Сухаревской, а я тебе калаш за это. Договорились? Ну и ладушки. А это тебе аванс. На дорожку отовариться. Ну чё, готов? Да нечего сидеть в этом навозе. Вшей кормить можно и в более гламурных местах. Ну чё, пойдёмте тогда. Патроны взяли и пошли. Да? Куда пойдемте? Давай, давай, веди меня куда нужно. А я за тобой. Владимирский централ, ветер северный. Ой, ё-моё. Из Твери зла немерено. Понесла с песни. Сердце мертвый грустно. Искусство живет вечно. Сейчас, подожди, дай-ка все осмотреть. Тут, к примеру, боеприпасы лежат. Дробашу. Надо все осматривать, Бурбон. Зачем идти так? Так, и куда мы вышли? Самая лестная характеристика, которую можно было дать Бурбону – подозрительный тип. Идти с ним вместе в заброшенный тоннель было глупо, говорил я себе. Но что мне оставалось? Другого пути с Рижской не было. Заброшенные туннели. Ну да. Вот так мы и вышли с Рижской. И пошли мы к проспекту Мира. С Бурбоном. Окей, давайте посмотрим, как мы с ним пройдем. Отлично, вырвались. Ну теперь гляди в оба, пацанчик. Это тебе не на дрезине кататься. В этом туннеле куча серьезных мужиков полезла. Ага, хорошо. Дай здесь посмотреть что-нибудь интересное. Ты там что стреляешь-то? Шмаляешь? Что увидел нехорошее? Пошли. Все заросло тут. В этом заброшенном туннеле. Ой, блин, я хотел прицелиться. Что за... А, это просто кикимора. Они на отряды не нападают никогда. Но вот если ты один идешь, остерегайся. Спасибо за информацию. Ёпанама, что это такое? Что здесь вообще произошло? О, патроны. Да подожди ты, куда торопишься? Блин, туннель как это... Много страховок как-то. А это что еще такое? Дай сюда зайду. Ша, ты здесь потише. Во втором туннеле блокпост, и нам незачем на него выходить. Это что-то было. Да, здесь посмотреть что-нибудь. Патроны пособираю.
Давай! Где ты? Напали тут. Мне что-то как-то никак мне тут не нравится. Верни обратно. Зашли куда-то. Не, туда я прыгать не хочу. О, блин, пипец, как много мух. Одни мухи. О. Ох, япон-мат, как тут много чего все. Возьми все. И пошли отсюда. Так, сколько у нас там боеприпасов? Да блин, я хочу этот взять, ладно. Потом. Да? Где бурбон? Куда ушел уже? Без меня. Меня тут уже кикимер уже покусали немного. Ну? Чё там? Поезд? Ладно, давайте. Ладно, зайду здесь. Вот тут ещё кто-то лежит. Блин, пипец, как много трупов. Спасибо за патроны хотя бы. А то без патронов могли еще и оставить. Блин, вообще ничего не видно. Вот дерьмо. Это ж челноки из каравана. Все жмуры. Узнаю почерк Третьяковских, а Ганза все грозится с ними покончить. А это шухер у них такой. Ну, типа система тревоги. Древняя как мир и простая как сатиновые трусы. Ну, работает. Смотри, не задень банки. Ага, хорошо, я понял. Система сигнализации. Давай, тихо, обходим, обошли. Да под ноги смотри, тебя любой шум выдаст. О, нож взяли. Опачки! А это у нас растяжечка. Ха-ха, железная маза избавится от слепых и от всех башен. Так, ладно, давайте подальше пойдем. Тут еще патроны были. Тут еще много чего лежит. Блин, тут можно просто брать и рассматривать все. Собирать. Так, ладно, давайте дальше пойдемте. Ой, растяжка. Перепрыгнули вроде. Так, ты где? Туда ушел. Все, отцепили. Ладно, пойдемте дальше. Дальше пойдемте. Да они тут баррикад настроили, ну чистая революция. Дерьмо. Надо поближе подойти. Чего давай, обезвредь постовых. Обезвредь постовых? Интересно, как? Ой-ой! Все, понеслась веселье. Ой, ни хрена себе! Все, понесла жара. Понеслась.
все? Убрал? Нет. Все, на этот раз уже, наверное, уж точно. Эх, блин. Стас, тут какой-то. Вы вообще кто такие, а? В книге ничего подобного даже не было. Вы просто прошли. Так, глава, выйди. Я уже приготовился. Так, еще одного убрал. Пацаны! Так, отлично. О, надеюсь, все вылечились. Порву, сука! Так, еще одного убил. Ах ты, сука! Мать его! Да тихо ты, тихо, тихо. Еще одного убрал. Все, последнего. Блин, а в книге вообще ничего похожего не было. Так, все, мы патроны полностью набрались. Так, ладно, давайте быстро осматриваем. Так, котик, только дробовики есть. 47 патронов у нас уже. Хорошо разжились. Так, это вот тоже все забрали. О, чай. Что это было? Ладно, пойдем дальше. Так, их обезвреживать тоже не надо, не дают. Так, блин, так много боеприпасов. Дробовику, а я что-то этих тратил для Реальбера. О, теперь можно взять? А, спасибо. Блин, как много людей мы сейчас только что положили. Все забрали. Уходим. Ой! Шарище! Нати! Жмур! Два, выйди! Нати! Что ай? Так, все собрали, да? Да, надеюсь, что все. Это тупик уже. Ну, Бурбон, ты куда меня завел-то? Мост чисто. Мы от книги отходим. Пацанчик. Вот тепла. Я тебя крою, а ты гляди за мной. О, будем журнал. Вместе справимся. Заброшенные туннели. Читаем на паузе. О. Все, вернулись мы туда, где все плохо. Что это? Что здесь было?
Так, сейчас Противогаз живо! Сейчас, окей. Ну, давайте, вылезайте! О, полезли, гады! Да блин, ты как быстро-то нас отработали, а? У меня там второй ствол работает. Да надел я свой противогаз, нет, не ори. Ну, где вы? Вылезайте. Да где же ты? Все, убили. Так, надеюсь, мне это само пройдет. Нужно просто подождать, надеюсь просто. Она долго проходит. Ой-ой-ой, как страшно-то. Не, лучше подлечись. О, вот он. Да блин! Слушай, а на какую кнопку нажать, чтобы подзарядить фонарик? А? Не скажешь, пожалуйста? Так, инвентарь, фонарик, печка, ПНВХ. Прибор ночного видения. Так, вот она, просто нужно подержать. Так, заряжай. Все. Включили. Ну, а пойдемте дальше. В книге много чего по-другому сделано. Ой, блин, пауки хреновые. Ой, ёпопопа. Так, зажигалку дай. А, блин. Так, зажгём. Это что ещё такое? Блин, жутко как-то. Не надо больше. Ох, япона мать, сколько под гильза-то. Все. Выходим. Это боевая дрезина Ганзы. Ищу братву. Блин, как много чего мы берем-то. Бурбон, ты где? Я от тебя отстал немного. Ты внизу? Да, ты внизу. А, ты здесь был. А я тебя потерял уже. Ладно, пойдем дальше. Опять эти пришли, гаденыши. Это
книги половины этого не было. Все, всех убили, всех. Поднимаемся быстрей. Ой-ой, надо уходить быстро. Ой, икона мать, все, он улетел. Ну и качели, мать, вот его. Ага. Рухнули, так рухнули. Давай пойдем дальше. Находимся на каком-то мосту внутри туннеля. О, еще под патроны. Аптечка. О, что-то еще подобрали. Бурбон, давай не спеши. Обрушение тоннеля, мать. И такая лестничка красивая рядом. Засада зубам. Ну и хрен бы с ним. За мной! Че, куда? Засыпано, что ли, да? Да, засыпано. А, блин, опять один. Да, блин, все быстрее. Точнее, только. Да, блин, ни хрена себе они. Какие? Чё, вниз, бурбон? Ты где? Бурбон. Ладно, давай спускаемся вниз. Ты уже здесь, наверное, да? Ладно, пошли. Пройдемся по какому-то туннелю. Хотя в книге мы только ходили по станциям и по туннелям. Точнее, по железнодорожным туннелям метро, а не по служебным этим. Мы в книге вообще по таким не ходили. Только совсем чуть-чуть. Мы просто в книге взяли и прошли от Рижской к проспекту Мира. И дальше до Сухаревской. Но тут у нас немного по-другому все. Все, пришли. А это мы еще, мы куда мы еще зашли? А черт, как будто нам упырей не хватало. Теперь еще и это кладбище. Артем, слышишь, ты пошарь там по жмурам, может найдешь его и двинем. Я уже ищу. Пипец, как много патронов, а? Че это? Че это такое? Ладно, не будем думать. Просто берем и собираем как можно больше. Мы уже и так много боеприпасов собрали. Давай, открывайся. Там чего? У меня что-то сердце ломит. Стрёмное это место. Помнишь наш уговор? Какой уговор-то? Ну давай, давай! Хорошая решеточка. Ай ты, милая моя красивая, я вернусь и покрашу тебя красочкой. И смажу мою девочку. Врата открываются. Великие темные врата. Я слышу... Открывай сон. Быстрее, они это не говори тут. Я тебе.
Давай, быстрее, быстрее! Ой, мне одному! Давай, иди сюда, вот! Бурби! Бурбон! Да иди сюда же, котёныш! Ой-ой! Это чаще рука была подошла! Что это за хрень со мной была? Артём, ты слышал это? Ага, слышал, слышал. Ну и песни. Слаще Владимирского Централа. Но страшно. Эх, блин. Вон они. Блин, не получилось сразить её. Это что такое? Ой, понимаю, как высоко-то, а. Давайте пойдемте отсюда. Сюда куда-нибудь. Ни хрена себе. Нет, тут я искать ничего не буду. Смысла нет. О, опять грибочки светящиеся. А это что такое? Да, здесь посмотреть, может, что-нибудь интересное найду. Блин, опять паутина. Сейчас зажгу, сожгу. Да, блин, не на ту кнопку нажал. Бурбон, ты где? Я внизу уже. А ты где? Чё это было-то? Ну вот и проспект Мира. Ты главный артамент. Так, давай-ка быстрее на лестницу лучше. Пока нас не съели. Все? Тут ничего полезного не нашел? Не, тут тоже интересно было, что было. А это возьмешь? Нет, не хочешь. Так, ладно, значит, вот, уходим отсюда. Больше тут интересного ничего нету. Просто уходим. И внизу тоже ничего интересного нету. Люди, братва, откройте, прошу, не дайте помереть страшной смертью. Блин, что-то как-то мы про переход... Проспекту Миру как-то вы вообще пипец плохо такой. Был какой плохой. Ублюдки! Кого вы за собой притащили? Упырей! Семен, заводи дрезину. Спасем этих полутрупов. Артем, держись! Нам сегодня карта прет! А-а-а. Карта прет. По книге нам здесь надо с нами все должно быть. По книге. С нами все хорошо должно быть, было быть. А по игре у нас какой-то этот... Армия упырей и армия отряд бандитов. Блин, блин, блин!
Так, ладно, давайте еще раз. Ублюдки! Кого вы за собой притащили? Упырей! Семен, заводи дрезину. Спасем этих полутрупов. Артем, держись! Нам сегодня карта прет! Блин, ты что не стреляешь, об него? А, давай, давай, давайте. Я нищу. Ползу. Меняю рожон, сука! Не, мне тут пипец как сложно. Давайте дальше еще попробуем. Ублюдки! Кого вы за собой притащили? Упырей! Так, давай этого. Заводи дрезину. Спасем этих полутрупов. Ага, давайте спасать и быстрей. Держись! Нам сегодня карта прет! Ага. Блин, промахнулся. Ни хрена себе. Нельзя их кто-то купить. Знаете. Где они тут шепрут? Ни хрена себе. Напали на нас уродки. Кого вы за собой притащили? Упырей! Семен, заводи дрезину. Спасем этих полутрупов. Да уж, давайте спасайте. Нам сегодня карта прет! Блин, ты чё стоишь-то? Так, я сейчас буду просто. Да блин. Все, началось веселье. Ублюдки! Кого вы за собой притащили? Упырей! А? Семен, заводи дрезину. Спасем этих полутрупов. Артем, давайте. Держись. Нам сегодня карта прет! Так, вот один, первый. Ни хрена себе. Я их уложить не могу. Да иди ты отсюда. От них просто так не побегаешь. Это просто пипец просто. Это пипец. Ублюдки! Кого вы за собой притащили? Упырей! И так сложность уже убавил. Заводи дрезину. Спасем этих. Так, давайте отойдем покушаем. Артём, держись! Нам сегодня карта прёт! Ага, давайте. Ну, давайте, давайте. Я отсюда буду обороняться. Там. Да блин, где ты? Да блин, слишком поздно. Рано, точнее, подошел поближе. Гаденыши. Ублюдки! Кого вы за собой притащили? Упырей! Семен, заводи дрезину. Спасем этих полутрупов. Артем, держись! Нам сегодня карта прет! На, давай, давайте. Все, этих убили. А? Да.
Давай, давайте, тут всех вас подпрошу. Вам туда не подходите. Ой, ой, ой! Подобрался. Так, все, бежи, бежи, бежи! Бежи! Закройте, братаны! Да, блин, сколько долго тут я буду? Ну-ка, покажитесь! Да здесь, я здесь! Слушайте его, эти ребята вообще юмора не понимают. Какая встреча! Может быть, это обман зрения? Нет, это бурбон собственной персоны. Ах, япономат, это было серьезно, какой этот, какая ахинея. Семен, смотри, как кто-то пришел. Вот хрень, мы вляпались, пацанчик. Эй, Михалыч, какая встреча, а я как раз к тебе лыжи мылил. Слышали, мужики? Накрывайте на стол серебро. К нам бурбон в гости пожаловал. Бурбон, ты только не нервничай и никуда не уходи. Мы сейчас закончим с этой мелюзгой, а потом уж займемся крупной рыбкой. Помнишь, где меня ждать? Да помню, помню. Уверен? А то могу и напомнить, если что. Уверен. Ну, давайте все, давайте, открывайте, открывайте. Наконец-то. Термозатвор, рынок. Он же проспект Мира. А тебя тут, как я понимаю, любят, да? Никогда прежде я не видел такого базара. На нем можно было купить вообще все, что угодно. Жаль, Бурбон задолжал денег солдатам Ганзы и не хотел задерживаться. Ну да. На проспекте Мира был очень большой рынок. Ну ладно, окей, давайте эту серию мы закончим. Мы дошли до проспекта Мира. И теперь давайте прощаться. Как я уже по ним понял, сюжет книги и игры схожен только в основных местах. А по мелочам, там, ну, если по большей части, то там уже разница идет. Ладно, давайте прощаться. До проспекта Мира дошли. В следующей серии дойдем уже на следующее место. По книге это должна быть Сухаревская, Тургеневская. Так что давайте прощаться. С вами был Виктор, всем пока.